Виноградная улитка от красного пищевика – лауреат международной премии «Продэкспо» в номинации «Лучший продукт 2022». Новинка не содержит искусственных красителей и ГМО, в составе патока, сахар, пектин, плюс натуральный сок в 100 граммах 320 калорий. Были отмечены вкусовые качества не только жюри, но и потребителями, которые участвовали в дегустациях. Вообще весь ассортимент мармелада пользуется у нас очень большим спросом, но все-таки есть фавориты, которые явно выделяются на фоне всех остальных. Это виноградная улиточка. В ассортименте кондитерской фабрики свыше 30 видов мармелада. Среди желейного популярен также иньянь, вишневый, клюквенный и мультифруктовый. Абсолютный хит – апельсиновые, лимонные, грейпфрутовые и дольки лайма. Еще одна полезная сладость продается под маркой Very Berry. Рецептура которого была разработана сотрудниками Академии наук по продовольствию совместно с Минздравом. Это мармелад с витаминами Е, В1, В2, В6, который предназначен специально для детей детского, школьного и дошкольного возраста. Только в месяц красный пищевик производит около 350 тонн мармелада. В год реализуется свыше 3300 тонн сладости, как в Беларуси, так и на экспорт. Продукция отгружается в Грузию, Канаду, Казахстан, Россию, Эстонию. География поставок – 11 стран. Одна из последних новинок – пряный мармелад. В основе только натуральные ингредиенты – морковь, имбирь, гибискус, апельсин. Сейчас сладость продается на развес в фирменных магазинах. Производственные мощности фабрики позволяют изготавливать более 20 тысяч тонн продукции в год – зефир, дрожжи и рис, конфеты, халву и пастилу. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.